Вітаю, в ефірі студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречанин. Сьогодні у нас буде декілька цікавих тем, адже у нас в гостях Наталія Королевська, народний депутат від опозиційної платформи «За життя», автор цілої низки громадських ініціатив. Вітаю вас, пані Наталію. Вітаю вас. Давайте почнемо. Ну, знаєте, не хочеться так з банального мета вашого візиту. Де були все-таки, які перші враження від Одеси 21, курортної Одеси, відкрився сезон? Що ви побачили? Що, ну, от ваші враження? Тяжело оцінити курортну Одесу, тому що на морі так ще не вийшло сходити. А атмосфера... Туристичну Одесу, давайте скажемо так. Туристичну також ще не дуже зрозуміло. А от Одеса... политическая, Одесса социальная, Одесса экономическая. Это, конечно, вот двое суток мы здесь работали вместе с нашей национальной платформой «Женщины за мир». И сегодня прошел форум женщин юга Украины. Мы, конечно, очень благодарны нашей юридической академии и лично Сергею Васильевичу Кивалову за то, что мы традиционно, женщины-лидеры юга Украины, собираются на базе Одесской юридической академии, и сегодня там проходил форум лидеров. Конечно, главная такая цель и повестка дня – это всеукраинский марафон, который объявили женщины всей Украины в поддержку детства и материнства. И здесь ситуация, к сожалению... Он проходит протягом месяца, так, протягом травня месяца? Он проходит протягом 21-го года, потому что мы его объявили в мае месяце и выдвинули требования к правительству, к парламенту, обращение к президенту. И я, кстати, благодарна очень Одесскому областному совету, потому что единогласно Одесский областной совет поддержал нашу инициативу и проголосовал это обращение к президенту также. С тем, чтобы государственная политика в отношении детства, материнства, защиты детей Украины стала приоритетной государственной политикой. И в бюджете на 2021 год были пересмотрены все социальные выплаты, стандарты. Потому что, к сожалению, за 7 лет в Украине каждый год социальная защита детей, семей с детьми, детей-сирот, многодетных семей, все только сокращается. И сейчас она находится на мизерных позициях. И сегодня как раз и женщины одесчины обсуждали эту тему, потому что в Одессе ситуация, к сожалению, не лучше, чем в других регионах Украины. Также растет сиротство, также, к сожалению, растет количество социально незащищенных семей, колоссальная миграция и очень низкая рождаемость. То есть нас всех очень волнует. У нас в 3 раза сократилась рождаемость в Украине за последние 7 лет. А молодежь колоссально сегодня эмигрирует, потому что не видит, ну, своего будущего сегодня в Украине. А чем вы повязываете это? Ну, Одесса більш-менш успішне місто, так, якщо на загальноукраїнський рівень брати, а проблеми ті ж самі. Достатньо великий бюджет, ну, більш-менш порівняно заможні, так, городяни, містяни порівняно з багатьма іншими містами, але проблеми все одно такі ж. Знаєте, не все завжди залежить від бюджету, навіть не від красоти вулиць, або виду на море. А общая социально-экономическая ситуация в стране, когда мы видим, что, ну, сегодня сложно сказать, что у детей украинских есть там счастливое детство. Да? То есть, ну, в отдельно взятых семьях, да, как вот украинские политики, они любят детей всех 1 июня, да, они все любят, говорят о детях, заботятся о всех. А 2 июня они все любят уже своих детей, да, а дети Украины, они остаются на произвол, там, либо под ответственность исключительно их родителей. Поэтому, безусловно, что общая депрессия, которая есть, связана и с коронавирусом, и с пандемией, и с экономическим кризисом, это все складывает, отражается в первую очередь на том, что женщины боятся рожать детей. А молодежь, ну, видит эту всю нестабильность и сегодня понимает, что лучше я поеду и начну свою там трудовую карьеру, пусть там с низов самых, да, но уже в какой-то стабильной стране, да, чем я буду здесь переживать вечные какие-то катаклизмы, то политические, то экономические, то социальные.
И вот даже сегодня мы общались очень много с медиками. Я вчера посещала и дом ребенка городской, и мы также встречались с руководителем городской больницы и с управлением по семье и молодежи. И встречалась и с мэром города, и с губернатором. То есть вот вопрос защиты детства, его нельзя решить, знаете, как в отдельно взятом дворе, семье, улице или городе. Да? Это должна быть общая государственная политика по защите детства и материнства. И Одесса здесь вот как инициатор, говорю, и обращение областного совета, и сейчас мы готовим на уровне городского совета. То есть ту повестку дня, где можно, объединив усилия местной власти, областной власти, парламента, правительства и призвав президента поставить это приоритетом нашей государственной политики, порой не так много нужно денег, как нужно внимание, профессиональные решения и исправление тех ошибок, которые были совершены. И я вот очень говорю, благодарна женщинам Одещины, профессиональным, умным, сильным женщинам, тем более Раду матерей Украины возглавляет как раз одесситка Алена Николаенко. И вот они подготовили такую дорожную карту изменений в постановление правительства, в законы, говорю, в бюджет, в решения местных властей, где, сделав эту кропотливую работу, мы можем действительно дать нашим семьям, детям, молодежи, детям гарантии со стороны государства. Вам на рівні міста керівництво щось пообіцяло? З цього приводу, я чому питаю? Питання суто політичне. Адже у міській раді така ситуація, ви знаходитеся, ваша фракція, в опозиції, і зазвичай довіряють ділам, не голосують за ініціативи ОПЗЖ, і навпаки. Ну, з різним успіхом, тому що ініціативи там більшості вони проходять, а ваші ні, але в той же час, от, як правило, не голосують один за одного. Знаете, я представляю, безусловно, я являюсь народним депутатом, одним із лідерів опозиційної платформи «За життя», но также я уже более 7 лет, вот мы вместе создали женщинами, представительницами разных абсолютно политических партий, женщин, которые вообще не входят в политику, а представляют именно там гражданские инициативы, общественные движения, да и просто многодетные мамы, национальную платформу «Женщина за мир». И вот мы сейчас создали в Одесском областном совете межфракционное объединение «Женщины, мир, традиционные ценности». Туда вошло более 30 депутатов областного совета, почти из всех там присутствующих фракций и групп. Почти всех, цело крім кого? Я не готова сейчас сказать, но я знаю, что то обращение, которое мы инициировали к президенту по защите детей именно, и это подавало наше межфракционное объединение женское, то единогласно все в областном совете за него проголосовали. Также мы сейчас готовим такое межфракционное объединение в городском совете. И вот наша задача, это когда мы говорим о детях, когда мы говорим о социальной защите, о вопросе там пенсионной реформы, о том, что сегодня является, знаете, не политическим цветом, а вопросом жизни людей. Так вот, это не про политику, это про жизнь. И вот эти вопросы, они должны быть деполитизированы как на местном уровне, так мы и в парламенте создали тоже межфракционное объединение, тоже призываем к тому, что авторство, да будьте вы все авторами этого проекта, да, ну вы главное решите этот вопрос, да, увеличите выплаты при рождении ребенка, и пустите вы себе флаги, повесите, что это сделало там правительство, президент и какая угодно партия. Но если женщина начнет больше получать, если дитё-сирота получит лучшую защиту, если ребенок с многодетной семьи получит льготу при поступлении в ВУЗ, если вернете выплату детям до 3 лет, если детки с инвалидностью получат индексированные выплаты, если многодетные семьи получат сегодня льготы по жилищно-коммунальным услугам и еще ряд вопросов, то мы будем от этого счастливы. А пусть это пройдет под флагами любой политической команды. Пані Наталі, не можу з вами не поговорити, як з екс-профільним міністром, на, власне, продовжити соціальну тему. Хоч у нас опалювальний сезон завершився, все-таки платіжки стали трохи поменше, але все одно багато наших глядачів питають з приводу субсидій. Що робити? Скоротилося і кількість субсидіантів, і, власне, розмір субсидій. В той же час тарифи, ну, це, я так розумію, стратегія нової влади, вони не повишають там дуже багато тарифи, так, такими швидкими темпами, як колись там за Гройсмана, наприклад, було. От. Але в той же час скорочують кількість субсидіантів і самих субсидій розмір. Що з цим робити? Як ви бачите ситуацію? Адже деякі люди просто не можуть вижити. Мені, знаєте, навіть тяжело понять, чесно скажу, логіку нинішньої власті, коли
Сегодня долги за жилищно-коммунальные услуги там уже более 60 миллиардов гривен. Да? Все понимают, это уже снежный ком. Да? И люди, которые попали в долговую зависимость и не смогли вовремя выплатить, они не смогут уже распутаться с этой задолженностью, потому что она там превышает в десятки обычно раз их доходы. Лишая людей сегодня субсидий, их просто толкают на скамейку должников, и без перспективных должников у людей не будет возможности это также потом заплатить. Повышая сейчас тарифы, мы слышим активное повышение цены на электроэнергию, готовящееся повышение на осень опять цены на газ – и лишение при этом права человека получения субсидий, это приводит к коллапсу неплатежей. Сегодня мы слышали, что правоохранительные органы пришли проверять «Нефтегаз» за уклонение там, в миллиардных суммах от уплаты налогообложения. То есть мы видим, что там вот эта повязанная такая коррупция, непредоставление субсидий, неадекватная тарифная политика привела сегодня к такой тотальной энергетической бедности в Украине. И наша команда инициировала эти все законопроекты, зарегистрированные в парламенте, как провести реструктуризацию долгов, как изменить субсидиальную политику, как людям дать субсидии, как уйти от этого повышения тарифов и уменьшить и стабилизировать тарифную политику. Но мы же с вами видим, да, что власть не заинтересована в решении этой проблемы. Она ее только усугубляет. Мы за всем этим видим такое желание там, международных, там, валютного фонда, других кредиторов просто обанкротить тем самым людей, вогнать их в долговую зависимость. А так как по закону теоретически имеют право отбирать у людей жилище, если у него есть задолженность, то перейти от на етап відбору жилища. Я думаю, що міжнародних кредиторів цікавить найперше, щоб Україна була платоспроможною за тими боргами, яких ми вже набрали. А як там люди, ну це друге питання, як мені здається. Ну, ведь они же диктуют сегодня такой подход по росту цен на энергоносители, понимая, что сегодня уровень пенсии, заработной платы не соответствует тому европейскому уровню цены на энергоносители, тарифной политики, которую они здесь продвигают. Также они хорошо понимают, что обрезая субсидиальную политику, они людей просто лишают возможности рассчитываться по этим долгам. То есть они готовят сегодня такое банкротство отдельно взятых семей, а это уже миллионы, десятки миллионов людей, которые попали в эти долги, перед государством для того, чтобы сделать их зависимыми. Потому что долги человека, они потом конвертируются там, в его судебные иски, да, там, доказательства того, что человеку там не положено никакие выплаты, как там один из слуг тогда рассказывал, там за собаку, там продайте собаку, заплатите за тарифы. Это же не то, что человек там проболтался по глупости своей, ну, да? Это был невдалый жарт. Я не могу сказать, у них такая логика, да, если у человека что-то есть, что он может в теории продать, да, то он должен продать, да, но заплатить там за их дурную тарифную политику. И поэтому здесь наша позиция однозначна, что нынешнее правительство, которое также продолжило вот такую идеологию высоких тарифов и отсутствия субсидий, оно обязано уйти в отставку. И, конечно, мы эту инициативу начали еще весной, и осенью, я думаю, мы дожмем это правительство, и они уйдут в отставку. То есть формировать новое правительство профессиональное с нынешним парламентом будет крайне сложно. Потому что, ну, мы уже видели правительство Гончарука, сейчас вот этого Шмигаля, и мы понимаем, что у них, ну, отсутствует понимание вообще профессионального правительства. А что тогда изменит відставка? Вони ж все одно будут выполнять обов'язки. Я так розумію, ви не тікаєте на дострокові вибори, але ж вони все одно будуть виконувати обов'язки, поки новий уряд не сформує. Конечно, поэтому мы настаиваем на том, что нужно срочно проводить парламентские выборы. Без этого мы ситуацию с мертвой точки не сдвинем, потому что там, как вот той басне, да, вы, ребята, как не садитесь, а все, музыканты, не годитесь. Да, вот, ну, не годятся они сегодня ни в парламенте, ни в правительстве, на тех, кто смогут из кризиса, а сейчас это и экономический, и социальный, и политический, коронакризис, то есть вывести страну. Поэтому мы, конечно, призываем сегодня к досрочным парламентским выборам. Нет, так я питання в чем? Вот навіщо тоді зараз відставка уряду? Все одно прийде новый парламент, сформує новый уряд. Навіщо ему ця приставка виконувачів обов'язків? Ну, во-первых, там не так просто, что виконуючі обов'язки, потому что они могут быть виконуючі обов'язки только определенный срок, это во-первых.
А во-вторых, то есть мы должны, знаете, как остановить вот тут их печатный станок непрофессиональных решений. Потому что они так спамят сегодня все под законное и законное поле, что это становится реальной угрозой. Ну вот смотрите, только там за последние полгода, да, там с 1 июля начинается рынок земли. Да, и вот я еду по Одессе, уже вижу вывески, там казино открывается, все. Ну, когда оно легально и там будет гарантировано, это еще один вопрос, да, мы же понимаем, сколько сейчас пойдет черных, нелегальных денег в игорную сферу. То есть они успели, говорю, казино открыть, успели сейчас запустить рынок земли, они активно сегодня, мы видели, борются с контрабандой, да, ну, как мне говорят одесситы, просто перенаправляют контрабандные потоки. Мы видели, как они начали все закрытие телеканала, борьбу со средствами массовой информации, политические преследования. Поэтому это становится просто опасным. И поэтому лишить их статуса правительства, а лучше все-таки назначить, и мы предлагали это, давайте переходное правительство сформируем, деполитизируем его, сформируем его из представителей разных политических команд, исключительно по профессиональному признаку, такое антикризисное, которое сможет принять сегодня правильные, грамотные, профессиональные решения. Понятно, они не хотят этого делать, и поэтому, проведя парламентские выборы и сформировав антикризисное правительство, это возможно сегодня остановить падение в нашей стране. Не можу з вами не поговорити про політику пам'яті. У нас чомусь політика пам'яті – це завжди сприймається те, що було там колись, дуже давно. Це, власне, історія. А про сучасну історію забувають. Я знаю, що ви ходите на Куликове поле під час ваших візитів в Одесу, покладаєте квіти. І от таке достатньо складне питання. Що робити от з тим імпровізованим меморіалом, який є? Хтось там пропонує, от нас районна рада пропонувала там за ініціативи депутатів від партія Шарія пропонувала там зробити табличку, ну і фактично узаконити меморіальний комплекс. Але в той же час, ну, такий комплекс в центрі міста, одна з найбільших площ Одеси, яка, ну, ви ж розумієте, що це не зовсім меморіал буде. От що з цим робити? Знаете, ну, я все-таки не одесситка, да, я считаю, что там как центральная власть, да, как там не местные жители, ну, не должны вмешиваться вот в такие именно внутренние, важные, очень эмоциональные вещи. И думаю, что здесь лучше все-таки собрать такую вот, знаете, репрезентативную общественную инициативу, но только не с учетом вот этих радикально отмороженных товарищей, которые пытаются всегда на этом больше делать такую политику агрессии и ненависти, а именно людей, во-первых, и кто пострадал там, и тех местных людей, которых люди поддерживают. Но первое, на чем мы настаиваем, об этом Николай Скорик не раз поднимал этот вопрос в парламенте, выступал с инициативой, с требованием. Это, конечно, создание следственной комиссии в парламенте, потому что люди уже 7-й год ждут, а когда все-таки восторжествует правда, да, когда мы получим все ответы на вопрос, кто это совершил, как это произошло, кто за это будет нести ответственность. Потому что нельзя такие вот жестокие трагедии, боль, которая есть в Одессе, ее нельзя будет забыть, оставлять сегодня вот безнаказанной и нерасследованной. И в первую очередь мы считаем, это, конечно, власть обязана расследовать это дело и сказать правду одесситам, сказать правду всей Украине. Що потрібно зробити для того, щоб об'єднати суспільство, власне, яке розколото після трагедії 2 травня? Адже, наприклад, ну от, вибачте за такий прямий натяк, але ж представники вашої партії теж ходять покладати квіти тільки до меморіалу 2 травня. Ви не ходите до меморіалу на Преображенській, де знаходяться таблички Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова, які збоку були вбиті власне представниками от іншого табору, представники Євромайдану, які були вбиті 2 травня. Знаете, для меня трагедия 2 мая – это трагедия, которая произошла вот именно в Доме профсоюзов, да, там, где погибли люди. Да. И делить сегодня, кто с, как,
какого табора, как это произошло, да вот это именно задача правоохранительных органов восстановить справедливость. А вечная память погибшим, которые, я точно уверена, люди ну, не ожидали такого и не могли себе даже такое представить, такой вот ход событий. И... Всем загиблим. Вот тут дуже важливе уточнення. Конечно, погибшим людям, погибшим українцям. Тому що зазвичай от в порядку денному просто вашої партії тільки от ті, хто загинув з боку Куликова поля. От, тому що за Андрія, за Ігоря Іванова, Андрія Бірюкова ніколи не згадується. Знаєте, ще раз, для нас страшно, коли гибнуть українці. І чим більше намагаються розкалувати країну, тим більше намагаються сьогодні вести туди ідеології. Ведь люди погибли 2 мая. Погибли в Одессе, погибли в Доме профсоюзов. Да? И мы требуем того, чтобы этот вопрос был расследован, понимаете? И когда будет справедливость восторжествована, когда четко будет показано, кто был виноват, потому что как близкие, родные погибших, они все страдают от этой страшной трагедии. Ну, будемо сподіватися, що ця рана колись загоїться, і, власне, що ми ніколи більше не прийдемо до такого громадянського протистояння всередині нашої країни. Пані Наталі, я вам дуже дякую за цікавий ефір, дякую, що знайшли час і прийшли до нас в студію. Дякую. Я нагадаю, що у нас в студії була Наталія Королевська, народний депутат України від опозиційної платформи «За життя». Студію провів Костянтин Гречаник. Залишайтеся з нами.